Приветствую вас, дорогие друзья! Ноябрь мы планируем провести очень насыщенно. Мы запланировали 3 очных аукциона, и первый состоится уже совсем скоро, 4 ноября. Приглашаем вас всех в гостиницу «Украина» Radisson Collection на Кутузовском. Торги начнутся в 12 часов. Рекомендуем вам прийти немного пораньше, чтобы успеть подготовиться за час или полчаса. Почему мы решили проводить очные торги? На мой взгляд, это мероприятие для коллекционеров-единомышленников, где можно вместе пообсуждать на общем мероприятии лоты и аукцион. Вы с азартом можете провести время за любимым хобби, находясь в торжественной обстановке. Это очень важно для того, чтобы было интересно и комфортно заниматься любимым хобби. Именно поэтому мы проводим очные торги. Для нас это будут первые очные торги для нашей команды. И мы будем рады, если вы придете нас поддержать и поучаствовать на наших торгах. Для тех, у кого не будет возможности приехать на торги очно, будет также возможность участвовать через интернет онлайн. При этом вы сможете подключиться по видео к залу. Первый аукцион посвящен банкнотам государственных выпусков России. Лоты аукциона вполне соответствуют уровню запланированного мероприятия. И сейчас я расскажу про некоторые из них. Покажу ключевые и топовые лоты аукциона. И мы начинаем сразу с первого лота. Это 5 рублей 1794 года. Одни из самых первых ассигнаций Российской империи. Банкноты 18 века с датировкой до 1800 года попадаются на коллекционном рынке крайне редко. Следующий топ-лот номер 9. 25 рублей 1809 года. В коллекционном обороте обычно встречаются наполеоновские подделки крупных номиналов ассигнаций. Мы рады вам представить подлинный знак из обращения. Это очень ценный предмет, который заслуживает вашего внимания. Лоты 33 и 34. Одни из первых кредитных билетов после реформы Канкрина. 3,5 рублей 1840 года. Очень важные предметы в коллекции российских банкнот. И не останавливаясь, мы двигаемся дальше. 49-й лот. 50 рублей 1843 года. Образец. К сожалению, выпущенные знаки практически недоступны коллекционерам. И на открытых торгах последние 10-20 лет они не встречались. К счастью, у вас есть возможность побороться за образец 1843 года. Первого года выпуска кредитных билетов нового типа. Крупный номинал. Прекрасной сохранности, обязательно должен быть в серьезной коллекции. 85-й лот. Лот с обложки нашего аукциона. 100 рублей 1892 года. Нашумевшая радужка. 100-рублевая купюра. Самый крупный номинал среди кредитных билетов второй половины 19 века. Свое название она получила из-за технологий ирисового раската, который применялся на оборотной стороне купюры при печати. На сегодняшний день известно чуть более 150 экземпляров радужек во всем коллекционном обороте, во всех коллекциях и музеях мира. Большинство из них в ближайшее время продаваться не будут, находятся в крупных частных собраниях. Появление такого предмета на открытых торгах – это событие. И у вас есть возможность приобрести, пополнить свою коллекцию этим ценным, действительно легендарным предметом. Лот номер 140. 500 рублей 1898 года. Крупный кредитный билет с портретом Петра I. С подписью Плески. Редкая первая подпись. И в данном лоте представлено 6 купюр с разными подписями кассиров. Лот поражает своей сохранностью. Ведь ранние купюры с подписью Плески практически не встречаются в хорошем состоянии. Здесь все как на подбор. Одна красивее другой. Лот 196. 25 тысяч рублей 1917 года. Заем свободы второго выпуска. Это образец. И крайне редкий образец. Второй известный в частных коллекциях. Очень важная особенность то, что это второй выпуск. Вы можете встретить в коллекционном обороте достаточно много образцов первого выпуска. А именно знаков второго выпуска в образцах не встречается. Это колоссальная редкость, которая может украсить ваше собрание. Обращаю ваше внимание на 294-й лот. 25 тысяч рублей 1921 года. Вероятно, это брак, который попал в обращение, отпечатана только лицевая сторона купюры.
Важной особенностью этой купюры является рукописная подпись известного кассира Беляева. Предположительно, изымая из обращения бракованный денежный знак, старший кассир Беляев поставил собственноручно свою рукописную подпись. Мы подходим к самому ценному, самому дорогому разделу нашего аукциона. Белые червонцы с 377 лота по 390. Сюда попали 23 очень ценных и интересных предмета. Транспортные сертификаты 1923 года. 5 рублей – это половина золотого червонца. У нас представлен как выпущенный знак, так и два вида образцов. Обращаю внимание, что двусторонний образец крайне редкий. 3, 5 и 25 червонцев являются самыми редкими знаками РСФСР, выпущенными для обращения. Пятерки известны менее 20 экземпляров, трешки и 25-ки чуть более 30. Большая удача видеть их на одном аукционе. Большая удача. Безумно. Редчайшие выпущенные знаки также дополняют соседние лоты, образцы этих знаков высокой степени сохранности. Благодаря нашему аукциону вы можете серьезно усилить свое собрание предметами из раздела белых червонцев. Шикарная купюра под номером 391. 250 рублей золотом 1923 года. Платежное обязательство РСФСР. Это крупные купюры, которые очень нравятся коллекционерам. И обладание этими редкостями всегда доставляет несравненное удовольствие и наслаждение ее владельцу. Лот 427. Образец. Классическая редкость среди советских банкнот. Номинальный ряд от копейки до 50 кажется неполным без этого номинала. К сожалению, они встречаются только в образцах. И еще две банкноты 24 года, которые также радуют своей сохранностью и являются классическими редкостями. 440 лот. 3 рубля золотом 1924 года ленивцы. И 447 лот. 5 рублей золотом 1924 года трактор. Известные купюры. Этим все сказано. 472 лот. Тоже платежное обязательство, но уже советское. СССР. 100 рублей 1924 года. Советские платежные обязательства встречаются на практике немного реже, чем РСФСРовские. Аутентичная кремовая бумага подчеркивает великолепие данного экземпляра. 496 лот. 5 рублей 1927 года. Сберегательные кассы СССР. Сертификат государственных сберегательных касс. Выпущенные знаки высокой степени сохранности встречаются очень редко. А у нас представлен экземпляр в сохранности Uncirculated 64. С 818 по 841 лоты представлены образцы современных денег, которые находятся сейчас у нас в обращении. В последнее время стало появляться достаточно много различных незаконченных вариантов современных образцов. Обращаю внимание, что банкноты, выпущенные именно 97-м годом без модификации, очень редки в обращении, являются эталонными первыми образцами современных денег. И их я рекомендую обязательно иметь в своей коллекции. Лот номер 848, 100 рублей 2015 года, присоединение Крыма, юбилейная банкнота, посвященная значимому историческому событию современной России. У нас представлен образец с нулевыми номерами, представляет особую коллекционную ценность и является достойным украшением любого коллекционного собрания. Ну и, конечно же, образцы 200 и 2000 рублей. Это 851 и 852 лоты. Финальные лоты решили закончить тоже красиво, с изюминкой. Редчайшие образцы серии АВ. Именно эти образцы демонстрировались главой Банка России на презентации Центробанку в 2017 году. Специально для этого аукциона мы выпустили книгу. Это не просто каталог, ценник, а настоящее развлекательно-познавательное издание по банистике. Каждая книга этого издания пронумерована и будет подписана специально для ее владельца. Экземпляр с номером 1 продается у нас на аукционе. Вы можете на память об этом аукционе взять себе в коллекцию такую книгу. Дорогие друзья, я еще раз приглашаю вас на наши очные торги. Я надеюсь, вы приятно порадовались, увидев редкие коллекционные предметы.
А еще я желаю вам удачи на аукционе, выиграть эти предметы и положить к себе в коллекцию. Подписывайтесь на наш канал, ставьте комментарии, ставьте лайки. Всегда с вами команда Киселев & Ко. Коллекционируйте профессионально. Пока!